Здравствуйте. Мы пришли установить вам автономный пожарный извещатель. Монтаж пожарных извещателей провел старший инспектор Госпожнадзора Рустам Миншин в присутствии специалиста по социальной работе Татьяны Зинатшиной. Что бы ни случилось непоправимое, в нашем районе, в домах многодетных семей и пожилых людей, продолжается работа по установке пожарных извещателей. Они вовремя предупреждают об опасности и тем самым спасают от беды. Спасибо сотрудникам МЧС и работникам социальной защиты. Они заботятся о пожилых людях. Также такой автономный пожарный извещатель появился в частном доме ветерана Анварии Гафуровой. Мы давно слышали об установке таких устройств оповещения о пожаре. Считаю это необходимым. Ведь теперь мы старики уже. Дедушке скоро 95 лет. Никто не страхован от пожара, поэтому важно подумать о своей безопасности заранее. Одна из возможностей – установка автономного пожарного извещателя, главная задача которого – зафиксировать возгорание и оповестить о нем мощным звуковым сигналом. Старший инспектор Рустам Миншин объяснил ветеранам, как работает пожарный извещатель, когда нужно менять батарейки. Индира Сайфуллина, Булат Миниязов, БРТ.